В этот четверг состоялась встреча губернатора Тверской области Игоря Рудыни и президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергея Катырина. В центре внимания были вопросы сотрудничества в условиях санкционного давления Запада. По мнению главы Верхнего, уже сейчас регионы получили дополнительные возможности для того, чтобы развивать компетенции и новые направления. Преимуществом Верхневолжья является географическое положение. Поэтому одной из ключевых задач является налаживание новых логистических и кооперационных цепочек и выход предприятий на перспективные рынки сбыта. Для Тверской области сотрудничество с Торгово-промышленной палатой особенно важно. В первую очередь речь идет о принятии регионального закона о Тверской торгово-промышленной палате. Это даст возможность дополнительно и органам власти, и палате использовать свои ресурсы для того, чтобы содействовать развитию экономики. И, как стало известно в ходе разговора, в ближайшее время вопрос по разработке соответствующего областного закона будет рассмотрен.